Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Шахматы на льду, так называют в узких кругах кёрлинг. В Самаре начали осваивать эту игру и паралимпийцы. Популярность помогла завоевать успехи национальной сборной. Последние 5 лет российская команда – лидер паралимпийского кёрлинга на мировой арене. Трехкратный чемпион мира, второе место на Паралимпиаде. Однако тренеры ищут новые таланты, поэтому старший тренер национальной команды с удовольствием приехал с мастер-классом в Самару, когда узнал, что в нашем городе появилась команда кирлингистов-колясочников. Несмотря на то, что как бы ребят только начинают, первая тренировка, да, у всех немножко получается не так, как они, наверное, рассчитывали, но с этого начинают все и всегда на это потратить время и силы, да, и по прошествии какого-то времени начнут получаться лучше. Уникальность правил паралимпийского кёрлинга в том, что в команде должны играть вместе и мужчины, и женщины, а в сборной не хватает слабого пола. В Самаре на мастер-класс пришло много девушек, чему тренер сборной очень рад. Довольны остались и самарские спортсменки. Это была мечта не только моя, но и многих людей, которые сюда приехали. Просто кто-то, наверное, должен начать был. Вот так как мы уже и со слэдж-хоккеем начинали 2 года назад, любая такая региональная команда, как у нас вот сейчас, это плюс нашей сборной. И мы хотим поддержать нашу команду сборной, тоже хотим быть вот в рядах нашей сборной. В Самарской области паралимпийский спорт на гребне волны. 20 тысяч инвалидов представлены в разных видах. Из них 3 тысячи колясочники. Только в прошлом году паралимпийцы завоевали порядка 200 медалей на разных соревнованиях. 85 наград высшей пробы. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!